А скучно было. 14 лет уже на пенсии, 6 лет я вот выращиваю этот огород. Ну как, для души. Сначала маленький участочек был, потом больше. Мимо проходят женщины, бабки на дачу. Алексеич, может вам принести цветочки? Принесите, только многолетние. Каждый год Владимир Алексеевич старается добыть свою коллекцию цветов новые экземпляры. Один год в центре клумбы выросли 150 тюльпанов разных цветов и сортов. Гордость коллекции Владимира Алексеевича – розы. 8 кустов – желтые, оранжевые, розовые. Несмотря на суровый климат, этим королевам цветника вполне уютно на грядках. Конечно, на зиму для них предусмотрен специальный уход, но это только придает значимости этим экземплярам. Ну, розы я приобрел, я их покупаю. Приобрел я розы 11 сортов. Значит, вернее, 11 кустов. 3 куста вымерзло в эту зиму. В этом году я посадил 4. Один не принялся. А остальные это вот с Ростова мне передали. Эти я, когда праздновал по Золотому кольцу России, ездил, вот привез эта плетистая роза. И вот здесь вот роза была, но она уже отвела. На этой розе было 41 розочка. Разбавляют этот цветник деревянные фигурки. Заяц, сторожевой пес, лягушонок и домовички-молодожены. Все это выполнено умелыми руками Владимира Алексеевича. День-два. Ну, красить много. Их же еще покрываю этим самым ПВА, чтобы потом, ну, береза, чтобы она не чернела. Я ее вскрыл ПВА и все. Отшлифовал ПВА. И... Ну, день-два-три от силы. Этих жениха-невесту, так это внучка разукрашивала. Дочка, он поцепляла там разные побрякушки. А остальное я сам в гараже. Как только заходишь во двор, уже улавливается тонкий аромат цветов. Более 20 видов. Но самое, что интересное, что за все это время не было ни одного случая вандализма. А маленькие горожане, которые хотят полакомиться земляникой или малиной, обязательно, прежде чем это сделать, спрашивают разрешение. Я разрешаю, они у меня и малину кушают, и на столиках сидят. И у меня там есть земляника и клубника. Они, правда, спрашивают, 8 часов звонят, можно мы маленько покушаем? Да кушайте, Господи. На примере Владимира Тихонова палисадником занялись и жильцы соседнего подъезда. Пусть он не такой большой, но в планах его продлить и до третьего подъезда. Сажали потихонечку, в прошлом году начали, банально, 3 кольца. Потом переделали все, 1 метр скопали, 2 метра, 5. И пошло. Теперь уже эту территорию захватываем. В прошлом году посадили сирень, в этом году даже одна цвела немножечко. Что у нас тут? Гладиолусы, тюльпаны, нарциссы, сентябринки, эшольце, календула, космея. Ну, даже шиповник есть. Хризантемы, гладиолусы. Ну, мне все нравятся цветы, как я... Не ожидала от себя. Васильки, вот они, разве не прекрасны? Огромный цветник шириной почти на 3 подъезда радует глаз не только жильцов этого дома, но и всех, кто проходит мимо. Мария Павлей, Михаил Суханов. Специально для новостей.